Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Пойдем-ка сыграем в ивент. И хочу я посмотреть, что здесь. Не знаю, будет ли у нас киви тут разыгрываться или что. Надо вначале победить. Ага. Ну, ребята, я думаю, что здесь будет победа за нами однозначно, потому что вот эти ребята очень хороши. Особенно, когда их уничтожают. Лавушка тут дает о себе знать. Так, выставляем все это дело вот таким вот образом. Ха-ха. Просто обливает лавой всех. И они, естественно, на нее встают и сгорают еще при этом. Так что давайте, ребята, выставлять. А это что у нас такое? Что ты делаешь, родной мой? А? Что он делает, не пойму я. А, стреляет, все, понятненько. Слушай-ка, они что-то все дальше и дальше от меня как-то перелетают. А ну-ка давай вот так вот сделаем. На всякий случай. Не-не-не-не-не-не-не. Тихо, хонорики, сгорите. Никуда вы не пробежите. Подожди, на всякий случай поставим сюда. И сюда. Так, вроде бы пока все нормально. Пока все хорошо. У нас с тобой есть лава. Эти не пройдут. Зомби. Так, здесь тоже, я думаю, не пройдут. Давай еще вот так с тобой сделаем. Ну куда вы, куда вы разогнались? Так, а этот с флагом-то тут не припухли случаем? Стоит он здесь. Пыхтит. Вот это мне не нравится, потому что, ребят, ну тут сами видите. Заледеневшие, так скажем, да, ползут. А? Солидно как. Ну куда ты идешь, зомби с ведром на голове? Вот куда ты прешь? Сгори, ё-моё. Не хочет гореть, а? Смотри, да. А что делает, интересно, у нас вот это вот растение, если я листочек применю? А, все, понял. Вопросов нету больше. У матросов нет вопросов. А ну-ка давай вот так вот зарядим, потому что тут уже зомби, ребята, на подходе. Погоди, погоди, а вот это вот кто-нибудь будет бомбить мне? А ну-ка давай вот так вот сделаем. Пускай сгорит он в адском пламени. Окей. Там с флагом, да, у нас? Упс. Как говорится, пардонче. Это последняя волна. Если мы с вами выживаем, то у нас все отлично. Уровень будет пройден. А вот этот как делает? Воу-воу-воу-воу-воу. Ничего себе. Зарядики такие выдает он. Не кислые. Так, ну все, последний зомби. Мы его уничтожим. Да, ребят, мы прошли с вами испытание первое в этом ивенте. И выбираем три пиньяты. Чеснок. Ага. И 1000 монет. Ну, ребят, в принципе, неплохо. Только единственное, что меня расстроило, это теперь растения у нас здесь бесплатных не будет. Грустно, конечно. Ну, а мы с вами продолжаем проходить основную сюжетную кампанию. Мы в данный момент на 13-й миссии. Зайду-ка я, наверное, к себе на огород и посмотрю, что у меня там выросло. Хм. А что у меня тут выросло? Да ничего. Возьму я тогда, наверное, с собой вот эту вот фасольку и, скорее всего, возьму, наверное, кукурузу. Давай, наверное, капельку возьмем. Вот так вот. Все, друзья мои. Думаю, этого будет более чем достаточно. И пойдем. Хотя на этом уровне не факт, что они мне вообще пригодятся. Может быть, я это все на изи пройду. Давай-ка посмотрим, что здесь такое нам предлагают сверхъестественное. Мы должны с тобой защитить вот эти вот цветы. Оу, гаргантюа тут будет. Это, кстати, плохо. Тогда мы возьмем с тобой фасолину. Возьмем чертополох, оказывается, это, а не кактусенок, как я его называл. Так, возьмем картошку горячую, я думаю, она нам пригодится здесь. Ну, естественно, без
капельки и подсолнуха мы с тобой не обойдемся. Все, кажись. Орехи, я думаю, мне здесь не пригодятся. На старт, внимание, сажай. Поехали. Будем сажать. Нам нельзя, чтобы раздавили вот эти цветы, верно? Верно. Так, картошка печеная готова. Пускай пока стоит и ждет своей очереди. Четыре волны здесь будет, серьезно? Начнем тут... А нет, капельку мы пока прибережем. Вот, начнем с фасолиной. Опа. Че, не ждал парень, да, подвоха? А он пришел по твою голову. О, началась, началась тут вьюга и пруга. Мне нужен вот такой вот парень. А ведь его не могут заморозить, да, насколько я понимаю? Потому что он горячий. О, смотри, как фасолинки дружно выпали. Прям куда надо. На всякий случай я вот здесь вот поставлю. Кто же ты такой? Ну, не морковка, это явно, да ведь? Это не морковка. Так, давай сюда поставим фасолины. В работу. Окей. Что я могу? Я хотел вот здесь вот ряд вот этих чувачков заставить. Ай-яй-яй-яй. Опять тут ураган, пурга. Засылает нам врагов. Мы можем с тобой, конечно же, вот так вот сделать. Да, именно заморозочку. Окей, сюда поставим с тобой. Кто ты, родной мне? Объяснись, пожалуйста. Что ты за фрукт или овощ? Смотри, смотри, целые кучи сюда идут ко мне. Но я-то знаю, что мы можем вот так вот сделать. Лютая, так сказать, заморозка для всех. Зачем я сюда его поставил, если он здесь бесполезен? Вот так вот. Фасолина, работай. Опа, расплодилась. Что-то как-то маловато будет финансов-то у нас. Маловато финансов. А ну-ка, заморозочку. Опа. И все, и баиньки. Давай, давай, давай. Бомбим по ним. Так, а потом у нас что делать? Вот сюда нам не хватает как раз. Тут все заряжено. Давай, наверное, вот так с собой сделаем. Оп. Разделились. Этого откидываем. Правильно, так, ему по делам. Представляем сюда. Тихо, тихо, тихо. Что-то вот тут разогнались. А, у нас с тобой капелька замораживает только лишь одного врага. Я-то думал, что мы всех морозим. Ошибочка вышла. Ладно. На фасольках, думаю, мы с вами здесь все равно выиграем. Мне нравится, конечно, что вот тут вот заморозили. Ребятушки мне. Упс. Я не могу до сих пор даже чертополох призвать. Во, наконец-то я дожил до него. Вызвали. Ну-ка, давай. А что так быстро-то у тебя ульта закончилась? Разочек крутанулся и все. Так дело не пойдет. Хм. Кисловато будет, конечно. Давай-ка мы его отбросим. Он нам тут, кажется, не нужен. Так, последняя волна сейчас пойдет. Уже вскоре. Так что подготавливаемся. Никто не замороженный? Нет, все пока у меня нормальные. Все работают. Опачки. А вот это проблема, друзья мои. Это сам Гаргантюа идет. Зачем я это сделал? Зачем я сюда потратил-то? О-о-о, а заморозку? Давай-ка мы его заморозим. Как плохо он замораживается, если честно. Вообще не замораживается. Фасолина тоже, по-моему, ему по барабану, верно ведь? Да, на фасольку он клал давным-давно. И этот... О! Этот может его оттолкнуть. И это уже плюс. Так, этого... Он толкает своих малышей здесь, а? А эти малыши могут съесть растения, да? Так, опять бросаешь. Опять бросаешь своего говнюка мелкого.
отбросили. И вот здесь его отбросим, друзья мои. И здесь его тоже отбросим. Вот так вот. Слушай, ну прикольно. Маленький, но удаленький. Он все-таки может отбрасывать большущего огромного гаргантюа. Бамс. Добил таки, да? Такой довольный, добил. А я беру и еще одного сюда выставляю. Блин, он, правда, его прибил. Фасолина бесполезна, да, против него? Да, фасолька бесполезна. Ну, капелька может его так слегка заморозить. Слушай, что такое бронебойный-то, эй? На, все, друзья мои, победили. Найс, изи. Отлично. Так, ну что, будем переходить на следующий уровень. Что у нас здесь интересного? Так, сиамский близнец плюс замороженные подсолнухи. В чем прикол? Объясни-ка мне. Растения выбрать мне не дали, все по стандарту. Окей. Зачем мне дали вот этих вот близнецов? Не могу никак понять. Хм. Ну ладно, предположим, поставим сюда. Надо нам растопить как можно быстрее подсолнухи. Как можно быстрее нам нужно их растопить. Так, давайте, оттаивайте, родные мои. Вот куда ты прешь? Куда ты, вот куда вы прете, а? Олухи. Так, это сдувать, да? Сдувать врагов нам пока не нужно. А вот этого парня я поставлю сюда. Пускай растапливает замерзших наших подсолнухов. Так, все ли тут у нас пока хорошо? Я смотрю, я, ребят, контролирую весь процесс. Так, давай-ка мы их... А что ты... Вот. Оттолкнул, молодец, красавчик. Давай вот сюда поставим еще. Вот это мне не нравится. Сейчас они сюда перейдут. И это будет плохо. Поэтому на всякий... Ой-ой-ой-ой. Ну-ка давай срочно в заряд. Видишь, тут летуны прибежали у нас, оказывается. Оказывается, летуны у нас здесь были. Опять метель вьюга, опять заморозка пошла. Ну, растения стоят здесь, пока оттаивают они потихонечку. Бумеранг поставим сюда. Это оптимально. Так сделаем. Музыка, конечно, ну, что-то с чем-то. Но кого еще нам нужно тут спасать? Если что, можно сдуть вражин. Пока этого, конечно, делать не стоит. Незачем. Давай дальше. Так, вот этот горхострел у меня замерз. Это плохо. Сюда я поставлю вот так вот бумеранг. Давай, бомби потихонечку по ним. Давай оттаем, чтобы этот у нас близнец оттаял. И все было отлично. Опа-на. А вот это плохо. А вот это, друзья мои, плохо. Давай так сделаем. Опа. Ну, сработало, в принципе, неплохо. Что же сделать нам? Давай вот так вот, наверное, поставим. Блин, там съели, да? Хотя его не съели, ребят, у него закончились эти перья, которыми он наталкивает. Перышко летит. Так, мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Применить ульту. Окей. Довольно неплохо получилось. Сюда выставим новенького. Опа, оттолкнем. О, смотри, сколько наверху птичек этих, которые нам здесь не нужны, естественно. Сейчас, сейчас, сейчас попробуем вот так с тобой делать. Ну, готовы, хлопчики. Подбили. Сюда выставляем этого с перьями. Сейчас будет супер волна пойдет, да, скоро? Насколько я могу понимать. Здесь растопим. Как же сдуть? Ну-ка, давай проверим. Ага. Мы их сдуваем, еще немножко замораживаем. Получается так. Вот она, финальная волна пошла.
друзья мои, финальная волна, готовимся. Отбиваемся как можем. Все пока у меня, а нет, не все. Да где поставить-то, я даже не знаю. Вот туда, поставим сзади. Так, этот готов отбрасывать. Откинул. Так, тут лопают, да? На-ка. Пошли прочь все. И вот так вот сделаем, чтобы в спину им бомбить. Из-под тяжка. И вот здесь так же сделаем. Ой, зря поставил я, да? Его съели. Я могу вот так вот сделать. Опа. Просто сдули мы их и дальше уже элементарно расстреливаем. Там двое и тут двое. Последние из магикан идут. Довольные такие. Давай, оттолкнем тебя. Хоп. А этот уже съеденный, к сожалению. Он переместится сейчас сюда. А нет, вот сюда вот. И мы его оттолкнем. Да что они такие крепкие-то, а? Не пойму, и в чем проблема-то? Что так долго-то мы с ними разбираемся здесь? Ну-ка, давай столкнем их. Все. Да, друзья, разобрались мы с ними. И драгоценная пиньята нам выпадает. Ну, давай посмотрим, что нам из нее выпадет. Так. Монеты 100. Понятно. Ой, нам еще очень много копить их. Картошка горячая. Кстати, могу прокачать, верно? Угу. И все. Что-то скудненько как-то. Ну что, погнали дальше. Ага. Здесь немножко посложнее будет, потому что мы не имеем права, чтобы у нас ели вот эти вот два овоща. Окей, давай тогда. Мы уже здесь сами делаем набор. Кто еще нам нужен? Ну, без подсолнуха нам не обойтись, это понятное дело. Может быть, взять кукурузу? Давно мы ее не брали, кстати. Возьмем вот этого парня бравого. И все получается, да? Два местечка, а мне, в принципе, больше никто не нужен. Хотя вру, друзья мои. Наверное, возьмем с тобой орех высокий, чтобы через него нельзя было перелететь. И можно взять снэп-дракона, может быть, а? Будет пыхтеть. Нет, нет, нет. Возьму вот этот электрический стебелек. Все, друзья мои, поехали, попробуем выжить, выстоять, отбить свою правду. Начинаем с подсолнухов. Так, они будут все, эти вниз будут перемещаться, да? Эти сюда наверх. Надо этот момент не упускать. Вот здесь желательно поставить растение, которое будет отбрасывать врагов. Так, идет первый зомби-камикадзе. Так, он идет сюда. Короче, они все хотят... Ну, ты сам понял, что они хотят. Подсолнухи, да, мои бедные, хотят заморозить, чтобы они не приносили нам солнечной энергии. Но не тут-то было. Давай, родные кукурузки, бомбите. Бомбите по врагу. Желательно маслом. Вот так, правильно. Сейчас шикарно. Сюда мы поставим вот так вот. Чтобы, если что, мы его могли его оттолкнуть. Ух, теперь, значит, подумаем. Орех. Орех — это тоже очень хорошо. Полезная штука. Мы его сюда вот влепим. Так, мне нужно как-то накопить денег, знаешь, на что? На маленький чертополох. Именно на него. Так, сможем? Да, сможем сейчас откинуть. У маленького никчемного гаденыша. Он все равно идет, да? Зомби на грифоне. Что-то новенькое. Отталкиваем. Ой-ой-ой-ой, заморозка. Заморозка-то здесь как раз и не нужна. Электрические стебельки бомбят потихоньку. Так, этого съели.
Значит, надо Блин, они и заморозились еще. О-о-о. Это не есть хорошо. Погоди, а почему это... Блин, у меня все Я картошку не взял с собой. Ой, дурень. Вот же я дурень. Я не взял с собой, друзья мои, картошку горячую. Совсем про нее забыл. Давай тогда... Да что я... Какой подсолнух? Я хотел вот этого влепить, а не подсолнуха. Что же я делаю-то, а? Что же я, друзья мои, делаю? Что же я творю-то тут? Так, сбрось его, пожалуйста. Сбрось его. Вот так, отлично. Что я могу еще здесь сделать? Пока ничего не буду делать. Почему? Вот. Оттаяли, мои родные. Надо вот сюда вот влепить. Мне кажется, еще. Вот так. Блин, ну. Вот так сделаем. Не забывай, что мы не должны позволить, чтобы у нас съели вот эти вот растения. Иначе все, иначе проиграем. Зачем вот этот подсолнух здесь стоит? Я не пойму этого. Он тут вообще ни к селу, ни к городу. Вот так, наверное, с собой сделаем. Этот орех пока стоит, пока держится более-менее еще, да? Не знаю, надолго ли его тут хватит. Кто-то орет, кто визжит, как поросенок. Мелкий, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что, что? Не-не-не-не-не-не-не, отталкиваем их. Да чего ж так много-то? Я не справляюсь, ребята, здесь пролетают. Почему? Потому что тут замороженные у меня стоят. Единственная надежда — это на кого? На электрические стебельки? Никакой надежды на эти стебельки нет. Сейчас у нас с тобой сработает бобер. Да, бобер сработает. Хорошо, пускай. Пускай едет. Правда, это еще не последняя далеко волна. Нам придется еще отбиваться. Так, давай-ка вот сюда поставим. Орех, когда заморожен, через него проходит. Не забывай об этом. Так, ну что, вроде бы пока неплохо. Вот этих вот главное подбить. И это у нас последняя волна идет, да? А музыка, как говорится, загремела. Подсолнухи мои не дают энергию. Почему? Потому что они все заморожены к ядрине фени. Я питаюсь чисто энергией, которая падает нам. Горшочек выпал с медом. Окей. Так, давай энергию. Мне нужно... Знаешь, что сделать? Я сейчас подумал. Если мы с тобой вот здесь вот выкопаем и поставим сюда вот этот вот наш овощ, то мои подсолнухи заработают. Мои подсолнухи заработают и будут давать мне энергию солнечную. А мне, в принципе, это очень и нужно. Так, оттаяли? Нет еще. Вот, теперь хорошо. Теперь оттаяли. И, в принципе, тут последние остались зомбари. Сейчас мы их поуничтожаем здесь. Так, поставлю сюда орех. Этого мы, наверное, сейчас уничтожим. Ну, что такие крепкие-то вы, а? Аборигены, скажи-ка мне. Все, уничтожили. Как-то так. Ух ты, это что такое? Какая-то каменная фреска. Хм. Опять же мозги, да, и зомби бегут. Ладно, что это дает нам, пока не знаю. Но какой-то, видимо, бонус. Так, Дэйв, наверное, сейчас что-нибудь расскажет, да? Жалко, без перевода, короче, ребят. Ну, Дэйв очень удивлен, что мы нашли. Так, а мы с тобой поехали далее. Вау. Так, зомбос что-то тут пришел опять, а? Что он забыл здесь? Так, давай смотреть. Все почему-то показывают вниз. Ой, опять этот гаргантюа здесь, а? Понятно. Картошка. Идут. Идут-то хламоны. Ну что, огонь. Обстрел. Так, если что, будем... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, он сюда пойдет, сюда, понятно.
Он будет сейчас ниже, да, спускаться? Он будет нам спускаться сюда ниже. Ой-ой-ой. Тут, кстати, нам нужно с тобой очень быстро все это как-то уничтожать. Причем довольно тотально. Так, сделаем. Картошку приберегем. На всякий случай, если кто-то здесь будет замораживаться, мы будем его оттапливать. Оттапливать, да? А ну-ка. Пошел прочь. Ё-моё, здесь чуть не пропустил, ребята. Нам, наверное, придется сейчас или не придется. Успеем его? Да, успели забомбить. Никто не заморожен еще? Заморожен. Заморожен, вовремя я успел, ребята, увидеть этот момент. Дальше пока все хорошо. Все конкретно и стабильно. Давай-ка здесь растопим. Желательно бы вот здесь нам поставить с тобой вот этот вот овощ, чтобы он оттаивал наших замерзших друзей. Тихо, куда ты полетел там, а? Олух. Мы что, по нему попасть не можем даже? Да ну. Да ладно. По-моему, друзья мои, мы не сможем по нему попасть. А если я вот так сделаю? Че, ну когда в воздухе что не... А нет, попадаем, все. Я уже пужанулся, друзья мои. Гаргантюа идет, собственной персоной. Давай, давай, давай. А че так много-то, эй? Своих голодранцев тут он выпускает мне. Шипы, шипы, шипы. Ему плевать на эти шипы, если честно. Че он все уничтожает-то, эй? В нагляк причем. Так, этим здесь не бывать. Отталкиваем абсолютно всех. Там, если что, будем пробивать. Так, погоди-ка, шипы куда? Ну давай сюда поставим, так, чтобы... Когда закончится этот весь беспредел-то, а? Ой-ой-ой-ой, сейчас нет, не съели, не успели. Не успели, и это хорошо. А вот здесь вот, кстати, плохо. Здесь идет чудачок, довольно-таки мощный. Я не знаю, сможем ли мы его подбить. По-моему, не сможем. Нам придется с тобой прибегнуть к заклинаниям. Да-да-да, именно к заклинаниям. Потому что, ну, иначе бы нам... Кирдык бы там приснился. Так, дальше что? Как ты сюда залетел? Почему? Ну, даже не отталкивает его, понимаешь? Он стоит там, а, он покоцанный. Вот оно что. Он там изрядно покоцанный, получается. Так, здесь-то что происходит? Давай, наверное, так зарядим. Нормуль. Пока все хорошо. Давай отталкивать. Так, там у нас заморозили, да? Шипастый лук. Что, последняя волна пошла, да? Последняя волна, финальная. Окей, я жду. Я на изготовке, друзья мои. Где-то гаргантюа идет, я слышу вон и топот. Вот он. Явился, не запылился. Давай так сделаем. Ай-яй-яй. Так что же вы там целую кучу-то толпу просто выбрасываете в меня? Ё-моё, их тут два. Тут целых два гаргантюа. Хотя бы одного бы подбить-то, а? Сможем, успеем, как думаешь, а? Эх, нам бы близнеца Бумс просто взял. А нет. Одного уничтожили, друзья. Откинули. Отлично. Что я тебе могу сказать по этому поводу? Отлично все, пока он назовет. За исключением вот этих вот чудиков, которых он бросает периодически. Опа, еще его откинули. Ай, классно как. Это просто хорошо. Так, шипы, 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 шипы. Пускай пока стоит тут на этих шипах. Что-то... Есть. Подбили. И еще одну пиньеточку мы с тобой зарабатываем. Баражин Тройлс. Так, давай-ка посмотрим, что нам здесь достанется.
Стунион. Что за стунион, интересно? Так, деньги. 100 монет. Понятно. Чарт-гвард. Чарт-гвард. Ну, дали бы что-нибудь новенькое, я не знаю. Нет, ничего. Жаль немножко. Ну что, продолжаем играть. В плане, подожди, мне это не нужно. Зачем меня сюда выкинули, если я тут еще до сих пор не прошел ничего? Они меня уже взяли и перебросили. Кстати, еще 17 уровень проходим, мы получаем еще одну пиньяту. Это хорошо, тут у нас лук. Я не возражаю, друзья мои. Нисколечко, давай посмотрим. Может быть, доберемся сегодня до лука. Ну, это лопухи. Так, у нас с вами есть дымогриб стоит, который там и ждет. Так, возьму, наверное, орех покрупнее. Вот этих ребятулек. Троицу. И кто еще мне тут может пригодиться? Электростебель. Или взять шипы. Давай я, наверное, возьму все-таки шипы. Ну что, друзья, готовы? Я думаю, что мы готовы. Поехали. Все наверх будут, да, перемещаться? Так, дымогриб. Нам это все нужно растопить. В первую очередь. Так, ну куда ты прешь? Куда ты прешь, я тебя спрашиваю, а? Давай растопим сердце дымогрибу. Пускай там бомбит. Так, секундочку, секундочку. Так, нам нужно и здесь растопить, если что. Вот сюда вот я поставлю, чтобы он давал тепло. Так, погоди, погоди. Здесь-то у меня, ё-моё. Давай быстрее растапливайся. Наверное, не успеем, да, мы уже его наколбасить здесь. Не успеем, к сожалению. Он, наверное, съест сейчас. Нет, успел. Красавчик. Красавелла, по-другому не скажешь. Что дальше нам с тобой сделать? Сюда вот поставим. Подсолнухи, стебелек. О, вот этих ребят нужно растапливать. Второй ряд подсолнухов, что ли, сделать? Давай сделаем второй ряд подсолнухов. Вот как раз вот в этой вот локации, да, заморозки, очень бы пригодилось то самое лавовое авокадо. Так оно, по-моему, называлось. Было бы шикарно. Оно бы здесь на 100% работало бы. Так, теперь мне нужно взять болгарский перец, я его так, или тыкву, я так и не понял, кто это. И поставить вот сюда. Чтобы не замораживали больше мне здесь ребятулек моих. Конечно, надо было орех бы сюда влепить. Вот так, ну, ешь, 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 доедай, доедай. Ты там долго так лопаешь ты его. Я не понимаю, что он его так долго ест. Орех сюда выставим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, уничтожает. Просто в нагляк. Просто в нагляк уничтожает его, да? Ой, этот еще тут полетел. На своем грифоне. Давай, наверное, применим с собой ульту. Вот сюда вот поставим. Опять он толкает этих своих хлыщей. Так, сделаем. Стебель забираем. Орехи. Орехи будут стоять у нас вот здесь, где и нужно им стоять. Пока все под контролем. Вот это мне немножко не нравится. А если я так сделаю? Неплохо. Совсем неплохо. Еще давай одну ульту пропишем. Ой, классно. Очень классно. Последний зомби остался. С ведром на голове. Или с чем он там? С камнем на голове. Я не пойму, что у него там на чайнике на его лежит. Ну, как ты понял, мы здесь прошли с тобой. Сейчас мы его отдубасим и все. Пинь в плане. Это
Ты что там за заблудшая душа какая-то была? А вот она и пиньяточка, которую мы с тобой посмотрим. Ну давай, 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 открывайся, открывайся. Не жмись, покажи, пожалуйста, что у тебя там в ней лежит. Деньги, 100 монет, понятно. Это понятно, пеперпульт. Ротабага. Мне что-то на самом деле не очень хорошо зашло вот это вот растение, которое бомбит в разные стороны. Так, опять тут Дэйв что-то безумный прискакал. Ну что, ребят, наверное, на дорожку еще один уровень пройдем, да? И будем, наверное, заканчивать. Так. Окей. Неспроста. Нам здесь дают бумерангов. Лук, а что делает лук? Посмотрим. Не знаю, что он делает. Ага, дышит на них, и они останавливаются, замирают. Понял. А, и он к тому же одноразовый. Это жаль. Это, конечно, жаль, что он одноразовый. То есть разочек дыхнул своим зловонным дыханием, и все, исчезает. Не есть хорошо, конечно. Ну, ничего не поделаешь с этим. Абсолютно ничего. Так, вот эти вот, конечно. Во. Давай, наверное, вот сюда вот поставим. И вот так вот. Что-то как-то слишком много, по-моему, тут врагов прет на нас. Не будем пока стебелек тратить. Хорош идти тут на меня толпой. Надо здесь пробивать. И я думаю, что вот тут, вот на этом ряду, это основной ряд у нас все-таки. Как ни крути. О, зловонное дыхание что делает. Видишь, как оно бомбит. Давай так вот сделаем. Всех сдуло. Ядрени фени. А ты-то куда прешь, я не помню. Тебе особое приглашение, что ли, надо, или что? Эть! Эть! Подожди, где стебелек? Отлично. Так, сейчас волна уже закончится. Осталось немножко. Тихо. Что так много-то у вас, эй. Жарим по полной программе. Давай сюда вот лук поставим. Нормуль? Я думаю, нормуль. И вот сюда. Все, друзья мои, отбились мы с вами. Ну, уровень, я считаю, что был довольно легким. Ну, что вы там пыхтите-то? Упади давай же. Стоит он 3 часа. Думает, упасть ему или нет без головы. Конечно, упасть. Ну, что же. Я думаю, что, наверное, все-таки еще один уровень мы с вами пройдем по-быренькому. Ага, тут у нас опять капуста-пульты замороженные, орехи. В чем прикол? Прикол в том, что я должен сделать свой добор, да? Возьму, наверное, я... Кактусенка, вот этого возьму. Кактусенка, ну, чертополох, хорошо, чертополох. И... Я даже не знаю, может быть... Бумеранг. Давай возьмем бумеранг, так уж и быть. Погнали. Что в наших первых случаях? Так, нам нужно вот это все растопить. Нам нужно с тобой все это растопить. Орехи, конечно, я зря не взял. Только сейчас о них подумал. Так, поехали. Растапливаем. Сюда, если что, лучок поставим для подстраховки. Начинается, короче, да? Ой-ой-ой. А тут-то кто будет защищать? Нижнюю-то линию. Кто будет, блин, прикрывать? А я не знаю. Блин, там прикрывать-то некому, если честно. Давай, родные мои. Ой-ой-ой, думаю, что не получится у нас тут ничего с тобой, потому что, ну, с
слишком я не за то стал браться? Или все-таки получится? Я буду пытаться до последнего. Так, капусту надо растопить. Это понятное дело, что надо растопить. Давай вон тот вон подсолнух, который нам дает двойную энергию, растопим с тобой. Ну вот куда ты летишь, а? Куда ты вот летишь? Нам бы его оттолкнуть. Иди отсюда. Так, что еще? Капусту сейчас мы с тобой... Сюда нужно поставить эту тыкву. Если это, конечно, тыква. Ну что ты летишь? Ну куда ты летишь, а? Стебелек дали мне. 200... Во! Вот сейчас мы с тобой... Опа! Опа, пули. Что-то мне это совсем не нравится. Они толкают, эти опять чудики, да? Поэтому погнали. Погнали. Отравили, забомбили. Ну все как полагается, да? Не успел чуть-чуть. Придется еще разок сделать вот так вот. Ёлки-палки, а вот это плохо. Тут еще этот чувак, видишь, с заморозкой своей бомбит. Давай, давай, дыхни. Дыхнул вроде бы, да? Вроде бы сработало все. Ой-ой-ой, бобры, бобры, помогайте мне, пожалуйста. Спасибо вам большое, бобры, помогли. Так, волна, еще будет волна одна. Понимаешь, еще будет одна волна. Что мы тут с собой можем предпринять? Ну, поставлю лук. А вот сюда нужно поставить нам тыкву горящую. Я думаю, да, будет оптимально. 200 нам нужно энергии. 200 энергии. Надо накопить еще. Накопил. Ставим вот сюда. Сразу двоих, если что, растопим. Так, вражина ползет. Поехали атаковать. Без, как говорится, всяких тут яких, мяких, мякишей там и так далее, там подобное. Бомбим просто без остановки, и все. Так, этого, вот этот вот, конечно, я думал, может быть, ему картошку печеную на голову, но нет. Этот фокус не работает с этим чудиком, но он мощный. У него как бы вместо шлема именно вот эта вот глыба на голове. Так, что я могу сделать? Вот так могу сделать, да? Если что, оттолкнуть его на худой конец. Ну. Чертополох могу сюда поставить. Который тоже будет помогать нам. Досталось-то ему тут нарасплюнуть, ты посмотри. Да, эта льдина, конечно, на голове очень сильно ему дает защиты. Правильно. Отталкивать его надо. Я еще немножко его сейчас вот так вот лучком. Все, друзья мои, победа за нами. Ну, а, тело, как долго оно стоит, а? Смотри, стоит, думает, потом только падает. И день-то у нас был 19-й. Наконец-то я зарабатываю себе лук. Но на самом деле, я думаю, что он мне не пригодится. Новый, но мне не пригодится. Ну что, будем закругляться, наверное, да? Ага, почему-то у меня сразу же начался следующий уровень. Не знаю почему, ребята. Но, естественно, я пока его не готов проходить. Просто хочу выйти на карту и посмотреть, где мы с тобой остановились. На 20-й миссии, получается, да? И впереди у нас еще 10 уровней, чтобы пройти. Вот, 20-е, так и есть. А их всего 30, верно? Ну да. 30.
Так что, друзья мои, думаю, еще серии 2 мы пройдем с вами ледяной биом. И дальше будем играть. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.